Если вы написали в эту почту, скорее всего вы подписчик, либо посетитель моего канала YouTube, на котором находятся сотни полезного видео про правильное питание, употребление воды, другие особенности здорового образа жизни, в различных погодных, климатических условиях, в зависимости от вашего пола, возраста, выбранной профессии, активности образа жизни, как избавиться от вредных привычек. И судя по соотношению лайков и дизлайков, эти видео для большинства приносят огромную пользу. Они вам нравятся, и я рад, что я могу таким образом, написав одно видео, приносить пользу сотням, тысячам, а по некоторым видео и десяткам тысяч людей. Также на моем канале вы можете найти видеолекции про лечение различных заболеваний. То, что вы можете использовать в домашних условиях, какие народные средства вы можете использовать для своего здоровья, там прописано. Основные особенности правильного питания я изложил в одном видео «Консультация врача-диетолога онлайн». Больше 40 минут времени о правильном питании. Это фактически канва или скелет правильного питания. Основные критические точки там обозначены, соблюдая которые вы находитесь в состоянии здоровья, занимаетесь фактически профилактикой болезней, а не занимаетесь их лечением. А в случае лечения вы выходите из болезни с наименьшими потерями, то есть большим плюсом для вашего здоровья. Если вам нужно больше информации, не вопрос, пишите комментарии в форум под видео, ставьте там свои вопросы. Так называемые часто задаваемые вопросы, они потому и называются ЧАВО, потому что их задают стандартно часто большинство людей. Вы напишите один раз вопрос, я один раз дам ответ, и сотни и тысячи людей смогут получать необходимую для них информацию. Также вы можете заказывать темы для новых видео. Пишите эти темы также в комментариях. Я их все беру на заметку, со временем пишу. И подписчики моего канала не дадут мне соврать. Уже много видео написано по заявкам моих подписчиков. Я понимаю, что не могу сразу написать все видео. По очереди, постепенно я их пишу. И эта информация тоже для вас. На моем канале ее становится с каждым периодом времени все больше и больше. Не могу сказать, что каждый день. Хотя если взять комментарии, то практически каждый день новая информация появляется на моем канале. Если же вам нужно еще больше информации, не вопрос. Более 50 опубликованных книг и брошюр. Я их опубликовал, они есть, они доступны. Вы их можете легко приобрести. Для этого нужно написать заявку в мою почту. Напишите «хочу купить книги», обозначьте язык, где вы живете, не вопрос. Список доступных книг на выбранном вами языке я вам вышлю. Правда, языка пока только два. Это русский и украинский. Но, тем не менее, книги, эти языки, большинство жителей Советского Союза бывшего, они их знают. Поэтому никаких проблем нет. Если же вам нужно больше индивидуальной информации, да, я понимаю, есть заболевания или комплексные заболевания, которые очень сложно раскручивать, очень сложно излечивать, очень сложно решать. И просто просмотрев даже все видео на моем канале, вы можете не составить себе программу питания, схему лечения. Я вас прекрасно понимаю. Медицина — это достаточно сложная наука. Когда начинал писать видео на канале, мне говорили: ой, несколько видео, мало. Сейчас, когда несколько сотен пишут: ой, как много. Я говорю: ребята, это еще не предел. Я еще буду писать полезное видео для вас. Медицина — достаточно сложная наука. И только правильное выполнение определенных критериев приносит здоровье, а не уносит его. Поэтому, если вам нужно больше индивидуальной информации, да, тогда нужно будет записаться на индивидуальную консультацию. Будет она происходить в Киеве очно, либо через Skype заочно. Это ваш выбор. Кажется, можете приезжать в Киев. Но все то же самое можно получить и через Skype, без проблем. Заявку на индивидуальную консультацию вы также можете поместить в почту. Я вам напишу условия оплаты и записи, как мы с вами можем встретиться в Скайпе или в Киеве на приеме. Без проблем. Любые возможности, любой выбор, выбор делаете вы. Ну а дальше технически мы с вами решаем, как решить ту ситуацию, в которой вы находитесь. Поэтому я думаю, что я основные особенности уже вам описал. И с привычными подписчикам моего канала словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Подумаю, какое еще видео написать
для вас на эту тему. А вы свои желания пишите в почту, что вы хотите. Хотите книги купить, хотите на консультацию записаться. Или пишите комментарии в форуме под видео, для того, чтобы получить те вопросы, ответы на те вопросы, которые вам сегодня в большей степени нужны. До новых встреч на моем канале.